Долгие 6 месяцев позади. 7 полицейских Надымского района вернулись из командировки Северного Кавказа. Они охраняли общественный порядок в селе Серноводское Чеченской Республики. Уставшие, но радостные, с юга на север. Неделю в дороге, и они на родной земле. В числе первых бойцов встречают коллеги. Дружеские объятия и теплые слова. Этого защитники ждали больше всего. Молодцы, мальчишки, что вернулись живы и здоровы. Мы вас очень всех ждали. С собой бойцы привезли кинжал – подарок начальнику отдела Министерства внутренних дел по Надымскому району Константину Колосову. Благодарность от руководства и двухдневный отдых. От себя лично и от руководства нашего МВД хочу вас поблагодарить за образцовое несение службы в Северо-Кавказском регионе. Все нас ждали, беспокоились за вас. Ну и родные и близкие ждут вас. Разоружаемся и, как говорится, к родным и близким потом подведем итог вашей работы и продолжим несение службы в нормальном штатном режиме. Всего из Чечни вернулись 50 ямальцев. Для большинства из них эта командировка была первой. Выполнили все поставленные перед нами задачи. Как бы замечаний нет, у руководства довольно. Занимались обеспечением общественного порядка на территории Северного Кавказского региона. А точнее, мы были дислокации наши на границе Ингушетии и Чеченской Республики. У нас был КПП. Контролировали передвижение транспортных средств, а также участвовали в мероприятиях контртеррористических по обеспечению порядка. Местами тяжело, конечно, было, но можно справляться с такой командировкой. Не зря съездили, никто не жалеет. Добавлю, что сегодня эти ребята уже вновь на боевом посту.